Ну что, ребятушки, что будем заказывать? Мне, пожалуйста, фуа-гра и салат из улиток. А вы? А мне бифштекс из мраморной говядины, а на десерт тирамису. А тирамису у нас только для старшеклассников. Жаль, ну ладно. Слушай, давно так школьную столовую кормят? Так школьное меню сейчас новое. Чем еще будут подчивать школьников, расскажем завтра в программе.